До нашої студії сьогодні завітала Альона Нелєпова, докторант Національного університету біоресурсів і природокористування України. Доброго ранку. Доброго утра. Вітаю в нашій ранковій студії. Отже, у нас сьогодні така актуальна і цікава тема, я б сказала, тому що багато вже бачимо десь постів, краудфандинг або статті якісь, але не всі знають, що це таке взагалі, як це все працює, і чому я кажу, що це допоможе зібрати кошти, наприклад, на якийсь бізнес або на якусь ідею. От треба пояснити, напевно, людям, що ж це таке. Розкажіть. Да, действительно нужно объяснить это людям, потому что на самом деле это не сбор средств на бизнес. Ага, ось, бачите, да. Я також неправильно кажу. Если есть у кого-то какая-то идея или, может быть, механизм или инновация, которая интересна людям, и ее невозможно сделать без дополнительных средств, то не нужно брать кредит в банке, не нужно искать инвестора. Можно спросить у людей, нужно оно им в принципе или нет. На самом деле это такое больше маркетинговое исследование на покупательскую способность. То есть придумали вот такое в какой-то момент времени, очень актуальны были деревянные игрушки такие, механические их собирали, они очень красиво там что-то двигались и так далее. В Украине они просто продавались, а в Америке это был маркетинговый ход, маркетинговое исследование с помощью краудфандинга, и перед Новым годом запустили этот проект, и, соответственно, все игрушки с большой удачей, такой, наверное, для производителей, их все раскупили, потому что это было интересно, это было необычно, вот. Но им не нужно было тратиться, например, дополнительно на рекламу. То есть есть же, да, еще механизмы, да, нужно снять видео, нужно везде показывать лидеры мнений. Это все в краудфандинге тоже работает, но немного дешевле сделать это с помощью краудфандинга, чем через, допустим, средства массовой информации, например. Отже, це має бути якийсь соціально корисний, да, наприклад, ідея, щоб збирати кошти, тому що чи як? Ну, почти завжди так, да, тому що людей інтересують обычно вони самі. И интересует то, что вокруг них, чтобы это было красиво, чтобы это что-то приносило какую-то пользу. И, в принципе, вот только такие идеи в основном собирают средства. Потому что на науку, да, собирают, но только если это какой-то вау. Если это что-то такое не совсем понятное, люди не хотят жертвовать. Ну, по крайней мере, в Украине у нас точно не хотят. Ну, за кордоном краудфандинг – це вже таке ось щось модне і таке практичне, вже люди, напевно, так і працюють. Як з цим в Україні? Які платформи є у нас, де можна, наприклад, запустити свою ідею, закинути, щоб люди допомагали? В Україні у нас дуже багато краудфандингових платформ, на самом деле. І є таке, що вони рождаються, живуть какое-то время і умирають. У нас вже, да, вот таких дві стабільно діючих платформи всеукраїнських – це дві, це на старті. И это специально выписал, чтобы не забыть, спиль на кошт Big Idea. Вот это вот такие глобальные краудфандинговые платформы, которые работают. И также есть еще по городам. В Одессе есть мой город, в Львове только вот они запустили новую Start Era. В Ивано-Франковске у них тоже была своя краудфандинговая платформа. Они собирали деньги на свои какие-то социальные проекты, то, что нужно было городу. В Харькове. И еще, кстати, даже есть юридическая краудфандинговая платформа. Угу. Да, на какие-то такие необычные дела, которые социально полезные, но на них они требуют, соответственно, большого вливания, и вот они вот как-то так даже, не знаю, чем закончились их результаты, но они работали. Угу. Тобто, якщо в Миколаївці, наприклад, є якась ідея, то ми можемо податися або на всеукраїнську, або на одеську, так? В Миколаїві вот только недавно запустили платформу «От Мрігій», и у нас уже была краудфандинговая платформа, и она удачно, кстати, работала. Я поспрашивала у активистов, они сказали, что очень хорошие были проекты, и очень быстро и много собирали финансов. И поэтому сейчас Мрігій, спасибо им большое, они запустили свою краудфандинговую платформу, где будут собирать финансы, да, для социальных каких-то, социального предпринимательства, для социальних проектів. Так, тепер знаємо, де у нас в Миколаїві також це є, як долучитися. Отже, якою має бути ідея, щоб вона зачепила і допомогла якось все ж зібрати, якось знайшла прихильників? Ну, давай порозсуждаем, какой должна быть идея, потому что я так сразу тоже очень много их перебирала. Например, если я себе хочу iPhone,
Будет это, пойдет это идея или нет? Ну, для мене ідея хороша, наприклад, так. А от для людей, дійсно, як вони, можливо, на це подивляться? Чи можна зібрати з допомогою краудфандингу гроші, кошти на телефон, якщо необхідно, так? Як же ж тоді воно спрацює? Тому що, ну, якби це соціально, ну, корисно для нас, так? Але для людей якось не дуже є якась посил. То як же ж зробити так, щоб дійсно спромогтися зібрати кошти? Ну вот, кстати, да. Одним из правил краудфандинга – это сбор средств не лично для себя, а на какой-то проект, который будет полезен людям. Поэтому сбор на телефон, к сожалению, Танечка, не получится. Угу. Да, некоторые люди так делают, но там это специальная технология, называется сторителлинг, и там уже там механизмы, если захотим, то потом глубже я тебе расскажу. Угу. Так, я теж знаю, потому что у меня есть одна идея, но это потом, это не для глядачів. Так. А що ж робити нам? От якщо от людям, наприклад, є якась ідея, так, але не знають якась вона в сирому вигляді, так? От як її подати, щоб зацікавило інших? Во-первых, в сыром виде никогда твою идею не примут на краудфандинг. У тебя должен полностью быть просчитан бюджет от начала и до самого конца, то есть до потребителей, какие механизмы им нужно, да, чтобы подарить потом эти продукты или отдать. Там очень сложно. То есть тебя просчитывают, проверку делают на просчет на твой, сравнивают со среднестатистическими ценами в Украине. Поэтому вот это не так просто. Там сырой проект ты не подашь. Например, вот в Одессе один из таких хороших проектов, который сейчас работает, это собирают на комнату для инклюзивную свиты. То есть это специальное оборудование, там какие-то такие игрушки и игры, которые нельзя купить на заводе. То есть их нужно индивидуально заказывать, и поэтому они решили, что вот с помощью краудфандинга они могут собрать на вот такую комнату средства. И действительно, так как у них есть уже действующий бизнес на такой основе, они через своих же людей, которые вместе с ними работают, через тех, которые посещают эту комнату, они собирают эти средства, чтобы улучшить и сделать еще круче и привлечь дополнительных людей, которые могли бы бесплатно, потом безвозмездно с этим оборудованием заниматься или играть, так скажем. Тобто зрозуміло, так, що має бути якийсь план, щоб було все розписано, щоб людей зачепило і вони розуміли взагалі, на що вони надсилають кошти свої, так? А як воно, якщо ми закидуємо цю ідею на платформу, так? Вже бачимо там деякий збір, чи йде якась реклама, це має людина сама собі поширювати десь, чи це якось платформа працює? Як ну, це платформа все? Теж працює, але і сам чоловік, у нього є такий прямо чек-ліст, чуть ли не 100 действий, которые нужно делать каждые 2 дня, иначе сбора средств никаких не будет, потому что нужно задействовать, опять же, я уже говорила про это, задействовать лидеров мнений, общаться с прессой, с телевидением, просто с людьми и их мотивировать, чтобы они рассказывали, чтобы они понимали, что это безопасно на краудфандинг класть деньги, потому что я проводила, кстати, статистический анализ среди молодежи, как они относятся к краудфандингу. Ну, вот такие вот качели оказалось. Из-за того, что да, там один из пунктов был «не доверяю уряду». И да, они не считают, что это бизнес. Они считают, что это такое, ну, куда-то деньги ушли, потом оно когда-то не вернется. То есть они не доверяют таким методам, только с факультетов менеджмента в основном, которые понимают, что это такое. И то их тоже очень мало. То есть, например, да, вот я сделала опрос среди почти 1000 студентов разных специальностей. И фактически те, которые знают про краудфандинг, это факультеты менеджмента, экономики, и их там, ну, человек 150. Угу. То есть из 1150, ну как бы это так. Більш-менш розумієте, те теж їм не довіряють. Да, все остальные не понимают, не знают. Да, они используют механизмы, например, онлайн оплаты, но для них куда-то пожертвовать какие-то там 50 гривен, это, ну, странно. Угу. То есть если это что-то какое-то тебе в ответку сразу же желательно бы прислали, тогда да. То есть на вот эти 50 или на 100 гривен, тогда они с удовольствием на такую какую-то няшечку, фишечку. Вот, и я також думаю, что таке логічне питання, можливо, буде, скільки треба надсилати коштів? Там якась є визначена сума, чи скільки можеш? Тому що, мені здається, через це також деякі бояться взагалі заходити на цей проєкт, дивитися його. Да, от якраз це прописується в твоєму проєкті. Ти пишеш, за що ти можеш, за 50 гривень, що получає, за 100 гривень, що получає.
получает за 150, и так расписываешь вот эти вот суммы, и можно просто пожертвовать, то есть без ничего. Например, за 50 гривен ты можешь пожертвовать, да, и тебе в ответ пришлют значок, какую-то там креативную открытку, или, может быть, еще что-то такое, сделанное своими руками. За, допустим, 100-200 гривен, да, вот мы, у нас же проект висит на платформе «Мой город», у нас именной сертификат и подписанное дерево на карте, что человек вот посадил дерево, и у него написано, да, вот мое дерево Алены Нелеповой, мое дерево Тани Макушевой, мы их называем, придумываем какие-то им волшебные имена, и можем за ними следить, как они там себя почувают, так скажем. Так, зрозуміло. Я думаю, розібралися з цим, тепер не так страшно буде взагалі від того слова, що почуємо краудфандинг, знаємо, як все це працює. І давайте трошки розкажемо так, пам'ятаємо, що на дерева збираємо, трошки розкажіть, коли ж все ж планується висадка тих дерев, на які зібрали кошти. У нас ще цілих почти 100 дней, там 90 с чем-то дней осталось по сбору средств, и как только их собирают, мы весной, я думаю, что как раз успеем их высадить, и поэтому без всяких проблем у нас есть, мы уже договорились в Николаеве, договорились в Одессе, кто нам помогает, где высаживать. Рома Кучеренко, это в Николаеве он поможет и сказал, что все механизмы, которые нужны, посадка, доставка, он это все может организовать. В Одессе это Рома Бочкарев, у них Help Одесса, и я действительно не все равно, это такие две общественные организации, и вот мы с ними, они уже сейчас пробовали сейчас осенью, потому что они ждали наш, конечно, проект, но не дождались, и вот весной мы будем вместе с ними это все делать. Друзі, долучайтеся. Якщо хочете, щоб було дерево з вашим ім'ям і з якимось незвичайним, то долучайтеся. Заходьте, я думаю, на сторінку до Альони Нелепової або на платформу «Мой город». Дивіться проєкт, надсилайте кошти. Ну і взагалі просто купуйте дерева. Я думаю, це дуже класно і для екології, і для нас. Альона Нелепова, докторант Національного університету біоресурсів і природокористування України, була сьогодні у нас в гостях. Дякую вам. Я думаю, корисно і варто знати, що ж таке краудфандинг.